Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка по книге Аль-Куроату Аль-Китаба. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями с своими родными, близкими, друзьями, сестрами, братьями, женами, да, чтобы получать благие знания, изучать арабский вместе. Мы переходим с вами к следующей теме. Аль-Маудуу Аль-Самину Аль-Ашрин Аль-Ашру. 28-я тема. Это тема Харфу Я. И сегодня мы посмотрим на написание, произношение и слова, в которых есть буква Я. Обратим внимание на написание сначала харфлия. Харфлия в начале, в середине и пишется как буква Т, как буква Б, да, то есть такой зубчик. Просто есть две точки снизу, которые подсказывают нам, что это именно буква Я. Когда же она приходит в конце слова, то буква Я уже пишется или когда отдельно, да, то есть в конце или отдельно, мы видим уже букву Я вот в такую форму, да, в такой форме. Перейдем к словам. Я арифу, то есть это глагол арафа, я арифу, знать, он знает, форма настоящего времени, он знает. Предложение я арифу исхакуль кираата. Еще вот этот глагол «знать» может, как здесь, приобретать значение «уметь», то есть «знает что-то, как умеет». То есть «ярифу» знает «исхак» чтение, да, то есть он, «исхак» умеет читать. Мы это можем перевести таким образом. «Ярифу исхаку аль-кираата», то есть «исхак» знает, как читать, да, или умеет читать. Второе слово — это мукейфун. Здесь буква «я» в середине соединяется с двух сторон, и мы видим еще удвоение сверху. Мукейфун — это кондиционер. Кондиционер — мукейф. Фильхуджирати — мукейфун. Фильхуджирати, то есть в комнате, мукейфун — кондиционер. Да? То есть в комнате есть кондиционер. Мы видим сначала говорится о том, где, через предлог, да, и слово «фильхуджирати», и потом «что», да, то есть какой-то кондиционер, мы видим такой порядок слов, тоже может быть, или в данном случае он обязательный, да, когда мы ставим вот это слово, про что мы говорим после, так как оно в неопределенном состоянии, а извещение с предлогом приходит, да, предлог с именем. Следующее слово – «Зейти». «Зейт» — это масло, да, то есть масло, например, подсолнечное масло, да, то есть такое масло, жидкое. «Килю зейти бисалясати риалятин». «Килю» — это килограмм, а «зейти» — масло, то есть «килю зейти» — килограмм масла. «Бисалясати» — «би» — тут идет «за», как бы по стоимости, да, «саляяти» — 3 реалов, реалы. То есть килограмм зайта стоит, килограмм, то есть масло, стоит 3 реала. Здесь мы видим фотографию, да, там какой-то, не знаю, канистры с этим маслом. «Килю зайти би саляяти риалятин». Следующее «ашая». Ашай – это чай. Ашай – то есть чай. Уфаддилю шая ба'даль гадаи. Уфаддилю шая ба'даль гадаи. Уфаддилю – это предпочитать, да? То есть у нас было до этого, допустим, уфаддилю кахвата, а здесь ашая, то есть я предпочитаю чай ба'да после аль-гадаи, после обеда. То есть здесь идет время, да, после чего после обеда. Уфаддилю шая ба'даль гадаи. Я предпочитаю чай после обеда.
И переходим к упражнениям дополнительным. Вначале у вас идут аяты, да, в которых встречается также эта буква. Вы их прорабатываете самостоятельно, да, потому что чтение и проработка аятов, правильное чтение Корана, это мы проходим с вами в курсе таджвид, интенсивный уровень, или другие там у вас есть курсы многочисленные на сайте. Вы можете пройти, который обычно указан под видео, и записаться на какой-то курс, который вам стал интересен, да, для того, чтобы изучить как арабский язык, так и Коран. Да, то есть уже курсы Коран, конечно, теоретическую часть — это одно дело, а практическую необходимо обязательно вот такой контакт с учителем, да, когда вы общаетесь, вас исправляют. Вот. Далее вы видите, как пишется буква «Я» в разных написаниях, в отдельности, да, то есть в начале, в середине, в окончании, когда предыдущая с ней соединяется, или когда она с ней не соединяется, да, то есть тогда «Я» имеет такую форму уточки. Идем дальше. Далее у вас идет упражнение, где мы читаем и прописываем эти слова. И на некоторые значения слов я вам укажу. Ямин, яума, сайф, курайш, бейт, айн, кейд, хайт, раи, шай, баянат. Ямин — это как бы правый, да, правый бок, например. Яум уже было, это как день, сейф — лето, бейт — дом, айн — глаз. Ну, этого достаточно пока. И вторая часть, иншалла. Шаюн барид, сейфун мумтир, ра'юн садид. أسكن في بيت بعيد خرجت في يوم ممطر أعطيت يوسف نصف ريال. بارد это холодный, да, чай барид, то есть холодный чай. Мумтир дождливый, сайфун мумтир, то есть дождливое лето. Баид далекий, то есть аскуну, я живу, фи бейтин баидин, в каком-то далеком доме, то есть далеко, да, в далеком доме, отдаленном, можно сказать. Несф — это половина, да, а пейту, то есть я дал Юсуфа, Юсуфу, несфа — половину риалин, риала, да, я дал Юсуфу половину риала. Таким образом, мы завершили с вами эту часть, и на следующий раз, иншалла, мы приступаем к следующему уроку, который будет называться «Ат-ташдид», и некоторые уроки, которые будут уже акцентироваться не на буквах, а на каких-то дополнительных правилах чтения или правилах грамматики, да, которые необходимо изучить в этом курсе. Да. Осталось у нас буквально там несколько таких дополнительных уроков. Поэтому, иншаллах, мы встретимся с вами и продолжим изучение арабского языка на следующем уроке. С вами была Умналик. Не забывайте делиться со своими родными, близкими, друзьями и получать благие знания вместе. Барак Аллаху фикум, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракату.